Сто! Егор Голубцов по прозвищу Камень с Урала. Дело в том, что родился он в Каменск-Уральский. Именно этим и объясняется, пожалуй, его прозвище. Где только не дрался Егор, и в Техкрэпе, и в ACB, и в WFCA, и в AFC, и в RCC в том числе. В данный момент его промоушен — это ACA, в котором он уже провел один бой. Не совсем, правда, удачно. Уступил Хамзату Аушеву в первом раунде. Гильотин. Представляет клуб Радик, насколько вы понимаете, и потихонечку продвигается в сторону восьмиугольника. 8 побед решениями, 5 сабмишенами, 4 нокаута и технических нокаутов в его активе. Впервые дебютировал в смешанных единоборствах он в 2013 году и потерпел поражение от известного многим Андрея Кошкина. И проходило это все в рамках иркутских соревнований по панкратиону. Далее выдал очень хорошую длинную победную серию. И вновь остановил его уже Руслан Жемухов. Ну и впервые вообще в системе, скажем так, ACA, учитывая ACP и WFCA, он появился в октябре 2017 года и одержал тогда победу над Рустамом Махаури единогласным решением. ...17-8 его профессиональный рекорд. Юсуп Умаров представляет Грозный. Его уж точно можно считать старожилом системы ACB-ACA. Начинал он с ACB-17, еще Гран-при Беркут. Одержал там победу над Исламом Азубековым и всю карьеру в ACB. И за всю карьеру в ACB, конечно же, проигрывал лишь трижды, а вот в ACA выступает только сейчас. Полтора года примерно не дрался, может быть, чуть-чуть больше. Юсуп после поражения сейчас его первый поединок в ACA. Вот так старожил может стать одновременно и дебютантом ACA. Юсуп Умаров 11 досрочных, 8 нокаутов, 3 сабмишена в его активе, 14-5 в целом его рекорд. Начал он драться еще в 2010 году и выдал очень хорошую победную серию в рамках FC Быстрый Файтс и
первым, кто его остановил, как раз тоже является боец Лиги ACA Олег Борисов. И тогда гильотиной потерпел первое поражение в своей карьере Юсуп Умаров. Но сегодня он в великолепной форме, появляется уже в восьмиугольнике и занимает свой угол. Ladies and gentlemen, our next fight of the night is scheduled for 3 5-minute rounds in the lightweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a striker. He stands 177 centimeters tall. His official weight, 70.65 kilos. His pro record stands at 17 victories opposite 8 defeats. Fighting out of Ekaterinburg, Russia, here is the stone from Ural, Igor Golubtsov! And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is a striker. He stands 177 centimeters tall. His official weight, 70.8 kilos. His pro record stands at 14 victories opposite 5 defeats. Fighting out of Grozny, Russia, here is Yusuf Umarov! And our referee in charge of the action, Ukash Bozowski. Okay, fighters know the rules. Listen to my commands all the time. When I say stop, it's stop. Touch gloves. Go back to your corner. Этот поединок обслужит Лукаш Базацки. И мы готовы начинать. Небольшая разница в размахе рук, абсолютно одинаковый рост, и постарше будет Юсуп Умаров. Да, прошу прощения, конечно, старше Егор Голубцов. Достаточно активно начинает он этот поединок. Хорошо встречает своего оппонента Умаров. И апкиками пытался защищаться Голубцов, но тут же нырнул туда, в партер к Егору. Пытается пройти гард своего оппонента Умаров. Получается вернуться в стойку Голубцова. Пружинится от сетки и пытается оверхендом достать Юсупа Умарова. Готов, по-моему, справа сейчас очень здорово попасть. Не докрутил немного Егор Голубцов эту вертушку в корпус. Внутренний лоу очень плотный. Хорошо встретил сейчас своего оппонента Умаров. Удар коленом от Голубцова. Сейчас он у сетки. Еще один внутренний лоу-кик от Голубцова. Удар по корпусу. Еще один оверхенд встречает. Снова двойка Умаров. Апперкот. Потряс его Умаров. Нырнул и провалился вместе с этим оверхендом с левой руки. И сейчас необходимо время для того, чтобы восстановиться. Вновь опять так, немножко не глядя. Но вот мидл-кик в цель пришелся. Снова встречает ударом Умаров. Удар коленом от Голубцова. Апперкот, правый боковой. Вновь внутренний лоу-кик. Опять поддавливает. Какая вертушка. Блестящая работа. Середина первого раунда. Но встречает Умаров очень здорово. И еще раз вот этим джебом угрожает. Хорошая попытка апперкота была от Голубцова. Но очень здорово встречает задержавшегося Егора на этой самой линии атаки и великолепно попадает. Но на выходе вновь хорош Голубцов. С джебом опять завяз немножко. Маров поддавливает и огрызается очень опасно. И локоть навстречу!
На этот раз Голубцов оказывается сверху в этом эпизоде. Начинает добивать по корпусу. Подкручивается Умаров. Старается вернуться в стойку. С правой попал. Эту попытку Голубцов. Контроль сверху. Закрывает гард Умаров. Старается отвечать снизу. Удары локтями в исполнении Голубцова. Они не получаются акцентированными. Хорошо, постоянно переводит корпус голова с правой стороны Егор Голубцов. Несколько раз достаточно ощутимо попал. И делает то же самое теперь уже и слева. Старается оставаться активным Голубцов. Активно бьет по корпусу. Апкик очень опасный просвистел. И мимо, и тут опять по корпусу. Проходит гард своего оппонента Голубцов. Колено по корпусу. Да, уже однозначно абсолютно не выпустит из этого положения Егор. И извиняется за то, что ударил после гонга. И недоволен, конечно, был этим Юсуп Умаров. А, на встречных курсах такой получился у нас раунд. Давайте еще раз понаблюдаем. Здесь и равновесие потерял, и попал одновременно Юсуп Умаров. Недокрученная вертушка. Опять же, левым боковым поймал здесь наклонившегося Егора Голубцова Умаров. Два похожих эпизода получилось у того и другого с момента перехода в партер. В принципе, не было какого-то акцентированного технического действия, которое бы привело к тейкдауну. Да, попал очень плотно в глаз в левый Егора Голубцова Умаров. Так основательно заплыл. Мы продолжаем дальше. Попытка приблизиться с джебом от Егора чуть не закончилась очень серьезным попаданием. Ныряет Голубцов и не совсем подготовленно делает это. Ставил эндерхуки Умаров и не дал возможности себя переводить. Чисто визуально легче себя чувствует Юсуп Умаров. Отжимает сейчас своего оппонента, кстати, Голубцов, колени по бедрам. Саша, амплитудные, акцентированные удары. Да, и пока все пришлись по ногам, очень плотно попадает. Удары по корпусу. Вот, пошел зацеп, но тут очень легко от него отзащищался Умаров. Разворачивается Умаров, разрывает дистанцию. Еще один эпизод, который заканчивается переходом в партер. Да, здорово все-таки. Прихватывает захват на шее Умаров. Да, но не стал на это тратить силы. Душить из не самого выгодного положения. Вертушка, ну не сказать, что здесь она точно проходит. Да, видел эту атаку Умаров и, более того, сопроводил ее ударом руки. Мидл в цель. Попадает апперкот от Голубцов. И в челюсть. Домой. И туда же еще. Давит Голубцов.
Втыкает джеб, догоняет правой, еще правой. Еще правой достает. Мне кажется, проблемы серьезные сейчас у Юсупа Умарова. Просто стоит у сетки и получает удары. И временами умудряется перекрываться. Но вот ответил сейчас вновь по корпусу. Да, на фоне очень сильной физической измотанности, конечно, сейчас вот этот локоть и клинч. Пожалуй, идеальная ситуация для Юсупа Умарова. Попытка перевода, который оказывается успешный. Сверху оказывается Голубцов. Да, выглядит Егор, опять же, визуально уставшим, но при этом в том же темпе работает. И да, это... очень активная работа с его стороны в обоих раундах. Удары локтями. Да, сейчас очень сильно терроризирует из этого положения, хотя защищается Умаров, пытается блокировать руки. Но так или иначе получает неприятные попадания. Менее полутора минут до завершения уже второго раунда. Просят попадать более точно, более акцентированно из угла. Постоянно кричат, постоянно подсказывают. Активно добивает своего оппонента по корпусу. Старается заканчивать эти атаки локтями. Много из этого получается в этих эпизодах у Голубцова. Да, ну и открыл уже корпус Умаров. Туда абсолютно безнаказанно наносил удары Голубцов. И вот как сейчас уже просто, конечно, очень тяжело. Умарову очень нелегко даются ему последние уже 30 секунд этого раунда. Солнечное сплетение, острием локтя попадает несколько раз в область левого глаза. Работа вязкая. Внимательно наблюдает за поединком Лукас Босяцкий. Просит быть активнее Умарова. Попытка выйти, наверное, может быть, на болевой прием. Но нет, предпочитает исключительно избивать Голубцов. И раунд завершен. Очень тяжелый раунд для Умарова. Да. Голубцов за счет своей активности, ой-ой-ой, падает просто в угол сейчас. Пожалуй, не видно, но Юсуп Умаров действительно очень сильно устал, очень измотан. И вот это совокупное количество попаданий, безусловно, не делает его никоим образом свежее. Ну, а Егор получает указания от своих секундантов. Давайте еще раз вот здесь посмотрим. Колено не очень удачно падает Голубцов. Не докручивает вертушку. Ну, а здесь раз за разом был точнее Егора, особенно тогда, когда удалось зажать возле сетки. Доктор находится сейчас в углу и снимает с поединка Умарова. Да, очень джентльменское поведение демонстрирует Голубцов. Подошел, поддержал своего оппонента. Александр Скоредин, менеджер, поздравляет своего подопечного. Да, передышал, перебил. И, собственно, закономерный результат того, что мы с вами увидели. Признается в любви Казахстану Егор Голубцов. Ну а вот Джефф Хьюстон сейчас сделает приятную процедуру для бойца из клуба «Рать».
Ladies and gentlemen, the red corner calls a stop to the fight at the conclusion of round number two. For your winner by TKO, the Stone from Ural, Igor Golubtsov! Техническим нокаутом одерживает победу Егор Голубцов. Не может до сих пор поверить своей победе. И сейчас несколько фото, и пора уже будет покидать восьмиугольник для того, чтобы мы могли поприветствовать следующую пару соперников.